Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go! Здравствуйте, мои дорогие! Динечка, что надо сказать? На каком вы канале? Да, и сегодня у нас очередной развивающий ролик. Как вы видите, у нас на столе лежат каштаны, ложка, ну, линейка и мисочка – это лишние аксессуары. Сегодня мы будем тренировать знания букв, складов и также моторику. Как вы видите, мы собрали каштаны, на которых написали буквы. Также у нас есть ложка, которой Дениска будет зачерпывать буковки, да, День? Будешь буковки вот так зачерпывать? Одной ручкой будешь себе помогать, чтобы можно было зачерпнуть. Таким образом потренируем моторику. И самое главное, что мы будем тренировать склады. Если вы помните, в таблице Зайцева есть склады по каждой согласной букве. Мы с Дениской периодически пропеваем эти склады. У нас как-то был ролик, где мы пропевали. Дениска, помнишь? Ба-бо-бу-бы и так далее. Вот, потому что основной принцип чтения и письма – это как раз произношение звуков, а не букв. Поэтому мы не забываем, что это у нас не буква «п», а звук «п». Допустим, это у нас не буква «к», а звук «к». Денис, какой это звук? Нет, «к». Да, «к», правильно. Это какой звук? «М». Буква «м», но звук «м». Дениска, давай попробуем сложить с тобой какое-нибудь слово и прочитать его по складам. Гемотест. Давай посмотрим, какие там есть склады. Ге, г, е. Мо, м, о. Те, т, е. И сочетание согласных. С, т. Сейчас мы сложим слово гемотест ложечкой, правильно, День? Какая у нас первая буковка идет? Г. Давай зачерпнем букву Г. Так, и положим ее первой. После буквы Г идет буква Е. День, где буковка Е у нас еще? Там. Ну давай, зачерпываем, да? Давай. Кладем ее после какой буквы? Вам. После какой буквы Е кладем? Е. После Г. Получается у нас склад Г, Е, Ге, друзья. Ге. Так, после Е какая у нас буковка идет? Ге, мо, тест. М. Буква М. Давай найдем здесь букву М. Давай вытащим букву М отсюда. Где у нас буква М? Смотри внимательно. Давай, зачерпывай, хорошо. И кладем ее после буквы Е. Буква М. М. Дальше мы берем букву, какой день? Ге, мо, м, о. Склад мо, образование мо. Буквы. Магазин мо. Давай, где буква О? Бери ручкой ложечку. Наводи на букву О. Ага, ты вот так вот схитрил, да? Друзья, как видите, на моторику у нас не очень получается это занятие. Вот, мы продолжим без ложки. У нас уже есть склад Ге и склад Мо. Вот, мы вам покажем. Следующий в слове гемотест у нас склад Те. Сочетание согласной Т и гласный Е. Те. Давай здесь найдем из оставшихся букв букву Т. Дениска, ищи, смотри, где здесь буква Т. Ну, ге, мо, те. Значит, где буковка Т? Смотри внимательно. Ну, давай, бери букву Т и клади ее после буквы О. Так, у нас гемот. Ге, мо, т. Следующее. Е, правильно. После Т. И у нас еще один склад образовался. Те, друзья. Дэн, ты торопишься? Ты, конечно, взял правильную согласную. Вот это у нас С. Куда ее надо поставить? Гемот.
тест. С. Да, все правильно. И последнее у нас согласное. Т. Денечка, поставь ее правильно. Друзья, как вы видите, мы по складам сложили слово гемотест, в котором у нас склады гемотест. Ст. Да, Дениска? Вот, мы вам сейчас покажем, чтобы вы видели. Ге. Еще раз, да? Мо. Давай, мне стыд дал, да? Нет. Те. И ст. И Денис показывает, да? Сколько у тебя каштанчиков в руках? По два в каждой ручке. Друзья, как вы видите, в такой интересной игровой манере раскрашены каштаны под буквы, мы провели занятие на закрепление складов и букв. Как вы видите, с моторикой у нас не очень получилось. Но, возможно, у ваших детишек именно интерес вызовет зачерпывание каштанов ложкой или какими-нибудь щипцами. Мы не являемся панацеей в данном случае, а просто даем идеи. Ну а сегодня мы уже с вами прощаемся. Подписывайтесь, ставьте нам пальцы вверх, оставляйте полезные комментарии. С вами был канал Baby Go. Пока-пока, друзья. До новых встреч. Денечка, что надо сказать? Пока-пока. И все? Конечно.